На дворе последние недели лета. Время думать о наступающей зиме. Эта тема не осталась без внимания на сегодняшнем деловом понедельнике. Доклад начальника управления городского хозяйства о долгах перед поставщиками управляющих компаний, при том, что задолженность населения уменьшается, особых вопросов у мэра не вызвал. Но он отметил, что помимо расчетов, наиболее важным сейчас является вопрос подготовки к зиме. Как только температура начнет уже выходить на осенний период, первым делом мы будем включать все 100% дошкольных учреждений, независимо какое будет колебание температуры, и нашей больницы. Поэтому готовность во всех учреждениях должна быть.